Дмитрий Берестов – олимпийский чемпион 2004 года по тяжелой атлетике. Когда спортсмену было 10 лет, он попал в секцию тяжелой атлетики. Там Дима получил все необходимые знания и навыки. К званию олимпийского чемпиона Дмитрий шел постепенно. Упорно тренируясь, каждый год спортсмен добивался все лучших результатов на соревнованиях и чемпионатах. Естественно, каждое соревнование – это какой-то этап. И после первых моих соревнований мне захотелось еще больше. Я уже стремился, там смотрел, ребята там, кто-то поднимал больше меня, мне хотелось еще больше. И вот каждое соревнование, это был как бы этапом. Свой спортивный успех Дмитрий связывает прежде всего со своим первым тренером Михаилом Окуневым, который каждый раз на тренировке придумывал что-то новое. Дети вот позанимались, они не просто оделись, ушли домой, да, штангу потягали. Они остаются все вместе, начинают там, у нас огромный мат там был, начинают там прыжки через мат, на мат там играются все вместе. Стоял теннисный стол, все играют в настольный теннис. Потом у нас тренер принес тот же, тогда появились только видеомагнитофоны. Все дружно, ребята смотрели какие-то фильмы. Сейчас Дмитрий готовится к чемпионату России, по итогам которого определятся участники Олимпиады 2008. К самой Олимпиаде спортсмену необходима не только физическая, но и психологическая подготовка. Первый раз, как говорят, всегда легче завоевать, чем второй, потому что первый раз это неожиданность, это как это, собственно, и было, вот. А второй раз ты приезжаешь в ранге олимпийского чемпиона, и на тебя все настраиваются, тебя ждут. Раз ты приехал не зря, ты приехал побеждать. Дмитрий выступает в категории до 105 килограмм. Вес спортсмена играет немаловажную роль. Малейшее превышение нормы, и тебя могут не допустить до соревнований. Основными упражнениями тяжелоатлетов считаются рывок и толчок. Килограммы, набранные спортсменом в двух упражнениях, суммируются. На Олимпиаде в Афинах Дмитрий набрал 425 килограмм. Именно эта сумма и принесла победу нашему спортсмену. Дмитрий также старается привлечь молодежь к занятиям тяжелой атлетикой. 6 января 2008 года по его инициативе состоялся турнир имени Михаила Окунева с участием молодых тяжелоатлетов. Для молодого человека это сила, красота тела. Естественно, каждый хочет быть сильным. Это тяжелая атлетика, как бы этот вид спорта, он делает молодого человека сильным. В тяжелой атлетике необходимо не только регулярно тренироваться, но еще и выдерживать определенный силовой баланс, чтобы не растратить все силы перед важными соревнованиями. Я как бы чувствую, когда я немножко начинаю уставать, перетренироваться, я даю себе отдых. Если чувствую, что у меня запас силы огромный, я где-то себя, наоборот, посильнее нагружаю. По словам Дмитрия, ему есть еще к чему стремиться. Пожелаем же ему удачи и победы на Олимпиаде 2008.